Екатеринбург с огромным удовольствием и волнением сегодня. Анна Егоян, встречайте. Где-то и когда-то у таежного ручья уронил я тиховато. Люди, родина моя, но могучий гул ответа, словно голос твой, земля, шел от сосен и от ветра. Люди, родина моя. Понял я, бродя по свету, человечество — семья. Но семья, где мира нету, успокойте вы планету. Люди, родина моя. Кто душою благороден, а религия своя, с ним у нас нет разных родин. Люди, родина моя. Я в тебе родился снова. Ты шепни, любимая, нашим детям в дар три слова. Люди, родина моя. Добрый вечер, мой прекрасный, дорогой Екатеринбург. У меня особые эмоции. Я испытываю особые эмоции к этому городу. Не знаю почему. Несмотря на весь холод, от него веет теплом. Как ни странно это звучит. И я очень счастлива вновь вернуться к вам, в этот прекрасный город, к своему слушателю, с новой программой «С любовью». Стихотворение, которое я прочла, «Люди, родина моя», принадлежит Евгению Евтушенко. Его я начитала для прекрасной киноленты «Goodbye, Америка». Для меня была большая честь начитать это произведение, которое услышало очень много людей. Если вы еще не видели этот фильм, обязательно советую к просмотру. Хочу сегодня пожелать всем вам теплого и уютного вечера. С любовью. Мама, я встретил девочку. Она смешная и смелая, носит рубашки в клеточку, целуется, как умелая. Я ей про фильмы и Блока, я ей букеты ромашек. А мама ее... Ему сколько? Молод, беден, не наш. Мама, я встретил девушку. Она равнодушна к поэтам. Снимаем 2 месяца двушку. Планируем свадьбу летом.
в гости приходят родители, смотрят, как быт налажен. А мама ее шепчет мнительно: умный, совсем не наши. Мама, я встретил женщину. Я раньше таких не встречал. В ней горечь и мед перемешаны. Она мой душевный причал. Она и смешная, и смелая. Любит стихи и ромашки. А утром спит безмятежно в моей клетчатой рубашке. Мама, мне поздно каяться. Она мой выдох и вдох. И если она улыбается, то мне улыбается Бог. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда я подарю тебе чудо запросто. И тогда я вырасту, вымахну, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя, сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне. Сердцем велено. Но ведь ты же сильнее меня. Сильнее и уверенней. Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Станешь плавной, станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобою такой уверенной трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, ну, помоги мне в себя поверить. Стань слабее. Душевные раны порой не лечит ни время, ни погода, ничего, кроме другого человека. Я знаю, наступит время, и сердце мое забудет. Придется однажды сердцу печальный урок принять. Я знаю, не лечит время, как мне говорили люди, но лечит что-то другое. А что, не могу понять. Я знаю поступкам цену. Бездействую, знаю тоже. Есть страшная штука — опыт.
И страшная штука — лень. Есть вещи, что не заметить, и те, что берут до дрожи. Секунда длиною в вечность, и вечность длиною в день. Я знаю, что в этой жизни бессмысленно все, что было, бессмысленно все, что будет, и важно лишь то, что есть. Я знаю, придет мгновение, вернется былая сила, и память о прошлых бедах заглушит благая весть. Запомни, всегда будь смелым, никто тебя не осудит. По мне так всего дороже лишь то, что далось трудом. Я знаю, не лечит время, как мне говорили люди, а лечит лишь тот, кому ты по новой откроешь дом. Есть такая любовь, которая помогает увидеть нас такими, какие мы есть. Это происходит в тот момент, когда мы встречаем человека, который видит в нас именно нас, который не пытается нас сломать, изменить, вылепить. И тогда мы становимся самими собой. Мы всегда как магнит утянемся к тем людям, которые вытаскивают наружу нас, настоящих. Я стремлюсь к тебе, летчиком-испытателем, в смертельной своей петле. Так становится обладателем самой сильной любви на земле. Прихожу к тебе раненым воином, сотнями битв позади, будто в храме стою намоленным возле теплой твоей груди. Приплываю к тебе бригантинами на уставших от бурь парусах. Прорываюсь от чувств плотинами в цвета моря твоих глазах. Не паду под ветрами дикими. Ты мой щит и моя броня. Ты рукою кого-то великого нарисован был для меня. И устав от любви и ярости, я приду в твой хмельной уют, находя до глубокой старости на коленях твоих приют. Окунаю воздух мысли, без памяти вдыхая тишину. Я здесь иначе расправляю крылья, подхватывая свежесть на бегу. Закрыв глаза, я чувствую усталость.
Тугая боль сжимает мое тело вновь. Бегу от демонов в своих кошмарах, боясь, что это повторится вновь и вновь. Я просыпаюсь каждый день, и каждый день сгораю, словно миг. В моей душе горит пожар и прожигает сотни тысяч. Сотни тысяч мною недописанных бессмертных книг. В моих глубинах, рассыпаясь тени, тревожит по ночам мою мечту. Но здесь, сегодня, закрываю двери, вручая груз чугунному замку. Благодарю. Безумно люблю следующее произведение, которое я прочту, Роберта Рождественского. Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть счастье. Подойду и скажу: здравствуй, я люблю тебя. Это сложно. Нет, не сложно, а трудно. Очень трудно любить. Веришь? Подойду я к обрыву крутому, стану падать. Поймать успеешь? Ну, а если уеду? Напишешь? Я хочу быть с тобою долго. Очень долго. Всю жизнь, понимаешь? Я ответа боюсь. Знаешь, ты ответь мне, но только молча. Ты глазами ответь мне. Любишь? Если да, то тогда обещаю, что ты самым счастливым будешь. Если нет, то тебя умоляю, не тяни своим взглядом в омут. Пусть другую ты любишь. Ладно. А меня... А меня хоть немного, помнишь? Я любить тебя буду. Можно? Даже если нельзя, буду. И всегда я приду на помощь, если будет тебе трудно. Если однажды нас разведет бессмысленная река, дурная молва, малодушный сговор, я отмолю у вселенной точных координат. Я прилечу из далекого далека, понимая, что для меня ни один не довод, что против нас. Я не желаю впускать в себя ничего дурного. Скажи, как объяснить им, что смысл не в том, чтобы судить или изобличать другого? Что нет лекарства полезнее и нужнее доброго слова? Самоубийство. Расстаться с тобой на час.
как ты лечишь меня. Обнимаешь взглядом обиженного, больного, отводя грозу, приручая раскаты грома, вынимая все лучшее, что есть во мне одном. Знаешь, не уверен, что смогу сказать тебе это снова. Но только с тобой я дома. И только ты мой дом. А сейчас я прочту вам произведение современной поэтессы. Актуальное произведение, которое заставляет задуматься. Дети верят в сказки. Дети верят в волшебство. Они растут на сказках, слушают их. И так хочется, чтобы вот эта вера в волшебство в них никогда не умирала. Мы ведь тоже когда-то были детьми. Значит, и в нас должна жить сказка. Я не буду читать своей дочери про принцесс, про волшебные туфельки, про кареты. И про то, что есть где-то чудесный лес. Потому что ни принцев, ни леса нету. Про злодеев, чьи полегли мечи. Про высокие башни и чудо-двери. Я не буду читать ей эти слова в ночи. Потому что боюсь, что она поверит. Я не буду читать никому это все, потому что и мне однажды показалось, что победит добро. Показалось, что сердце важно, что в какой-то момент прибежит герой и спасет меня от беды. Только жизнь оказалась совсем другой. И драконы живут внутри. Я не буду, но сколько ни разговаривай. Все боюсь, что однажды зайду перед сном, а она на книжку светит фонариком и сама читает о том. И с глазами горящими под ресницами вдруг посмотрит и спросит меня: «Мама, а правда, что существуют принцы?» И я, конечно же, отвечу: «Да». Относительно недавно я наткнулась на очень интересную прозу. Отрывок из книги Александра Житинского «Счастье». Я опустил монетку в прорезь и снял трубку с рычага. Вместо ожидаемого гудка из трубки полилась тихая серебряная музыка. А потом женский голос произнес: «Все хорошо, любимый. Все хорошо». «Что хорошо?» — ответил я грустно. «Все.
все хорошо. Я люблю тебя. И теперь ты об этом знаешь. Я буду любить тебя всегда, каким бы ты ни был. Помни, пожалуйста, об этом. Ты непременно будешь счастлив, потому что я люблю тебя. Я не прошу ответа. Ты можешь любить, кого захочешь, или можешь не любить никого вовсе. Просто помни, что на этой земле есть женщина, для которой ты единственный и любимый. И ты всегда можешь ей позвонить. А теперь повесь трубку. Все будет хорошо. Я повесил трубку, так и не вспомнив, кому собирался звонить. В кабину вошел другой человек и через минуту вышел оттуда с растерянным детским взглядом. У всех телефонных будок стояли очереди мужчин. Мужчины стояли терпеливо и прятали глаза друг от друга. Они не курили. Они просто стояли и ждали своей очереди. Они даже не смотрели на проходящих мимо женщин. Они готовились к короткому разговору, записанному где-то на магнитофонную ленту для всех, кому нужна любовь. Мне бы только хотелось, чтобы... Я банально скажу, прости. Солнце самой высокой пробы озаряло твои пути. Мне бы вот разрешили только теплым ветром из угла целовать тебя нежно в челку цвета вороного крыла. Мне бы только не ляпнуть в шутку, удержаться и промолчать, не сказав никому, как жутко и смешно по тебе скучать. Человеку нужен человек, чтобы пить с ним горьковатый кофе, оставаться рядом на ночлег, интересоваться о здоровье, чтобы улыбаться просто так, чтобы на сердце стало потеплее, чтобы волноваться, там сквозняк. Надевай-ка тапочки скорее. Человеку нужен человек. Позвонить, послушать голос. А у нас сегодня выпал снег. Как ты без меня там? Беспокоюсь. Чтобы был товарищ, друг, сосед. А еще сопящая под боком, без которой счастья в жизни нет, без которой очень одиноко.
Как ваши дела? Я очень рада. Продолжим. Между мной и тобой Мозамбикский пролив и сотни дорог пустынь. Между мной и тобой сумасшествий прилив и миллион задач без решений. Рука нежной души твоей держит меня за запястье. Я верю, случится, наступит тот миг. Преодолев долгий путь, Мозамбикский пролив и сотни дорог пустынь, тела наши смогут согреться от жара горящих сердец. Я бы тебя на руки взял. Я бы тебя взял и унес. Тихо смеясь над твоим нельзя, вдыхая запах твоих волос. И не насытившись трепетом тел, стуком в груди нарушая тишь, все просыпался бы и глядел, плача от радости, как ты спишь. Я бы к тебе как к ручью приник, как в реку тебя бы вгляделся я. Я бы за 200 лет не привык к бездонной мысли, что ты моя. Если бы не было разных «бы», о которых мы расшибаем лбы. Спасибо. Закрой глаза. Представь, что тебе 5 лет. И посмотри в окно еще раз. Представь, что тебе еще не нужно выбирать, во что верить. Что нет никакого выбора. Все едино и все неделимо. Еще не нужно искать смыслы и наделять что-либо значимостью. Ты еще путаешь вчера и завтра, потому что время не имеет никаких насечек. Оно просто есть. И ты просто есть. И ломтик янтарной дыни или кружка свежей малины делает тебя счастливым. Абсолютно счастливым. Ссоры очень часто в нашей жизни мешают нам наслаждаться мгновениями и впускать в себя все больше и больше любви. Ссоры никогда не приводят ни к чему хорошему. Это просто пустая трата времени. Поссорились. И дуешься еще. Твой выбор. Только мой тебе совет. Когда ты на любимых держишь зло,
Представь, что человека больше нет. Что он исчез. Что он не будет, как прежде, видеть, чувствовать, дышать. Он не услышит те слова, которые ты так хотел ему сказать. И будет все равно, кто виноват. Ничтожный станет ссор в этот час. Прости. На ветер сотни раз подряд. Ну что же ты, не лучше ли сейчас? Нам нужно научиться просто жить. Жить без желания начать все вновь сначала. А знаешь, чтобы искренне любить, так много времени и так ничтожно мало. Обиду держишь, дуешься еще. Твой выбор, только мой тебе совет. Когда ты на кого-то держишь зло, представь, что человека больше нет. От любви до безумия пара шагов. Также пара шагов от порока до власти. Счастье — это когда тебя понимают без слов. Если этого нет, значит, это не счастье. От любви до потери — минута в пути. И минута в пути от разлуки до встречи. Счастье — это когда ты не можешь уйти. Если можешь уйти, значит, хвастаться нечем. От любви до безумия — сутки бежать. Друг до друга бежать, распадаясь на части. Счастье — это когда тебе нечем дышать. Если этого нет, значит, это несчастье. Спасибо. Каждая женщина хочет быть последней в жизни мужчины. Каждая женщина хочет быть самой любимой. Следующее произведение именно об этом. Как-то раз я спросил бабушку Офу: «Бабушка, а что нужно женщине?» Она, наглаживая дедушкины вельветовые брюки, ответила: «Женщине важно, чтобы ее слышали, даже если она капризничает. Именно такое внимание ей дороже всякого любого подарка. Женщина очень чуткое и противоречивое создание. Если мужчина перестает ее слышать, слушать или замечать, она погибает рядом с ним или уходит. Я хочу быть последней женщиной, окончательной, заключительной,
не уболтанный, а обвенчанный ясным светом Твоей обители, добрым утром и тихой пристанью, и сводящим с ума желанием. Я хочу быть Твоими крыльями, этим легким, надежным бременем. Я хочу быть Твоими былями в рамках времени и безвременно. Но не умею я жить на меньшее. Что ты смотришь в глаза так пристально? Я хочу быть последней женщиной. Я хочу быть твоей единственной. А еще я хочу обнимать тебя долго. Хочу рядом немедленно быть. Улыбаться тебе, как девчонка. Обзываться, подкалывать, злить. Я хочу убежать с тобой в вечность. Чем становится время с тобой? Целовать тебя часто и спешно. Ощущая весь трепет спиной. Мы с тобой улыбаемся много, невзначай успевая сострить. Я хочу обнимать тебя долго. Хочу рядом немедленно быть. Это одна из любимых композиций и любимых произведений Александра Лосева и Лаши Чургули. На самом деле, мне нравилась только ты. Мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты. И это с ними меня мирило. Пока ты там, покорна своим страстям, порхаешь между Арсе и Прадо. Я, можно сказать, собрал тебя по частям. Да, звучит ужасно. Но это правда. Одна курноса, другая с родинкой на спине. Третья умеет все принимать как данность. Одна не чает души в себе, другая во мне. Вместе больше не попадалась. Одна, как ты, со лба отдувает прядь, другая вечно ключи теряет. Что я никак не мог в одно все это собрать. Так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все препоны, осталась тут, воплотившись во все живые цветы и все неисправные телефоны. А ты боялась, я тут буду скучать, подачки сам себе предлагая. А цены, а ливни, а эти шахиды, а Роспечать. Бог с тобой. Ты со мной, моя дорогая.
сила Твоих объятий, высшая точка чувств. Я держу Тебя за запястье и вдыхаю нашу любовь. Робко коснувшись пальцами седины у Твоих висков, сердце словно гирляндами осветилось без слов. В воздухе шепоты мускуса, расстояние от души до души. Всего 5 миллиметров без права промаха. У нас есть всего лишь мы. И нет ни малейшей возможности на то, чтобы сдаться, уйти. Моя душа тебя долго искала. И ты появился на этом пути. Сила твоих объятий. Высшая точка чувств. Я держу тебя за запястье и вдыхаю нашу любовь. Спасибо. Есть бесконечные люди, как космос. С некоторыми можно говорить обо всем, шутить, смеяться. И большая редкость встретить людей, рядом с которыми можешь на мгновение забыть себя. Скажите, вы когда-нибудь любили? Скажите, в вашем доме плыл рассвет? А голуби над головой кружили? Свой самый белый в мире минуэт. Скажите, в вашей спальне пела вьюга? А вы читали ей свои стихи? А в каждом взгляде вы искали друга и брата, как спасение от тоски? А вы когда-нибудь стояли на вокзале, вдыхая сложный запах поездов? А вам казалось, что вы в тронном зале, почти что задохнулись от духов? Скажите, вы когда-нибудь рыдали навзрыд от чувства горького с утра? А душу на салфетках отдавали редакторам, ревнителям пера? А вы надеялись на Божью волю? А в осень с листьями летали в свет? А вы благословляли свою долю, когда любовь предаст, ибо больше нет надежд? Скажите, а вы смиряли строгую гордыню, пытаясь одолеть ее пути? А вы любили так, что даже имя вам было больно вслух произнести? И если вам хоть чуточку знакомо ошибок рябь моей шальной руки, то это вам, а не другому. Я написала все свои стихи. Спасибо большое.
мои дорогие. Я еще люблю вас называть своими волшебными, потому что вы настоящие волшебники. А сейчас я хотела бы прочесть произведение на своем родном языке. Про любовь к родине. Ай астана селис, ай терес айрвумен. Ай астана селис, цэнкнерес цалвумен. Чигитэм, инчу айспэс. Ай астана селис, ширтункас чакфуме. Ай астана селис, хасакас цахкуме. Чигитэм, инчу айспэс. Ай астана селис, ачкерес лицвумен. Ай астана селис, теверес бацвумен. Чигитэм, enjoy it, Bess. Ай астана селис, ашхарн интунне. Ай астана селис, махнум шунне. Калинем, каманам, айспес. Спасибо большое. Он целых 28 лет. И 28 зим к тому ж хранил в себе один секрет. И был всеми примерный муж. Все было вроде как всегда. Жена готовила обед. Но приключилась вдруг беда. Он взял и вспомнил про секрет. Под шум и кислый запах щей, ворчание с ужиной с утра. Он вспомнил все до мелочей, как будто было то вчера. Она сидела у окна, и мягкий, чудный лунный свет окрасил в бледные тона ее прекрасный силуэт. Струились пряди по плечам, скользили змейками на грудь. И он подумал сгоряча: женюсь на ней когда-нибудь. Он вспомнил все до мелочей, изгибы линий, мягкость губ и жар ее простых речей. И за окном огромный дуб, сплетение рук, слияние тел, каскад каштановых волос и то, как он ее хотел, до исступления, до слез. Признаний трепетный поток, как он на ушко их шептал, смешной над ухом завиток, что от дыхания трепетал. Она смотрела на него глазами влажными, как ночь. Слова пьянили, как вино.
люблю тебя. Роди мне дочь. С утра он потерял покой. То суетился, то скучал. Потом, закрыв лицо рукой, сидел на стуле и молчал. Жена ворчала, как всегда, ругала убежавший суп. И он заметил, что года ей постаревшие не к лицу, что не идет ей белый цвет и пряди крашеных волос. И целых 28 лет все было как-то не всерьез. Вдруг он вскочил, схватил пальто, забыл про шапку и носки. Все 28 лет не то. Все 28 зим тоски. Нашел тот дом. У дома дуб. Вскочил по лестнице стрелой. Унять бы дрожь с холодных губ и трусость гадкую долой. Она, наверное, сейчас пьет чай и кутается в шаль. И из ее прекрасных глаз строится тихая печаль. А может, принялась вязать? А может, кружево плести? Так много надо ей сказать. Но главное сказать: прости. Открыла дверь. В глазах вопрос. Ей было словно 20 лет. Каскад каштановых волос. Над ухом легкий завиток. Как много лет назад, точь в точь. Вы не ошиблись? Нет, не мог. Вы Аня. Вера, ее дочь. Кто вы? А мама? Мамы больше нет. Он повернулся вспять. Я шел к ней 28 лет. Она ждала вас 25. Как закружилась голова, как сердце ухнуло в груди, и вспомнил он ее слова с мольбою: «Ты не уходи». Он сгорбился, поплелся прочь. Сплетение рук, слияние тел. Люблю тебя, роди мне дочь. А ведь он правда дочь хотел. Как странно. Ани больше нет. Заплакал, бросил в тишину. Я буду много-много лет любить тебя, тебя одну. Прием. Я пишу тебе.
Но адресат, сказали на почте, затерян в снегах. В твой город не ходят давно поезда. И боинги тонут в густых облаках. Мосты перекрыты, шоссе занесло. Там иней на ветках и скользкий металл. Там ветер шипит беспокойно и зло. Но знаешь, мой друг, всем табу вопреки, я вижу тебя через ширму снегов. Я вижу тебя, кисть замерзшей руки, движение губ в повторении слов. Твой взгляд изможденный, твой облик больной, на плечи накинутый ношеный твид. Скажи, ну как мне спасти тебя, если стеной великой китайской твой холод стоит? Ты помнишь? Ты знаешь, как пахнет весна? Цветущими вишнями, свежей листвой. Капелью стучит и лишает нас сна. Щекочет волнением в клетке грудной. Ты жаждешь тепла? Ну так бери, не пасуй. Бери с неба солнце и прямо в карман. Клади его смело, беги во весь дух, запутавшись в кедах и длинных шнурках. Мы так далеки, что застрянут слова. Но нужно немного. Привет и спаси. Ты в цепи из льдинок себя заковал. Захлопнул все двери, весну не впустил. Но бьется под снегом бесстрашный родник. Зажженная спичка сильнее, чем тьма. Пройдут, разлетятся снежинками дни. Не вечна печаль и не вечна зима. Спасибо вам. А вы когда-нибудь тонули в человеке? Нет, не так, чтоб на секунду или две, а так, чтоб теряли притяжение к земле. Настолько, чтоб одной лишь только мысли достаточно, чтоб разум потерять, чтоб сердце стуки намертво зависли, чтобы от счастья тихо умирать, чтоб ледяным огнем прикосновения до дрожи доводили в тот же миг. Отчасти, чтоб кричать, но от волнения вдруг затерялся где-то крик. Настолько, чтоб хватало лишь минуты, чтоб забыть обо всем плохом. Дела, работа, Господи, потом. Да, не знала я, что в 21 веке такие чувства могут воспылать. Сама вот утонула в человеке.
И без него не знаю, как дышать. Благодарю. А это произведение посвящается всем тем, кто очень-очень скучает по любимым людям. Я скучаю. Я правда скучаю. Лучше вовремя это признать. Города, как перчатки, меняю. Только нужно мне сердце менять. Мы скитаемся одиноко по маршрутам земной оси. Мне улыбки твоей слишком много, чтобы еще о любви просить. Я скучаю. Я правда скучаю. Память прочную, как алмаз, глубоко под водой скрываю. Океана, что делит нас. И когда сквозь бескрайние бури накрывает тоска с головой, на восходе палящего солнца мне мерещится берег твой. Ты учишь меня, запрещая учить уроки. Ты пахнешь весной и чем-то еще душевным. Скажи, что мы идем по одной дороге, которая приведет к городам волшебным, в котором молчат о главном и не боятся споткнуться и путь свой долгий начать сначала. Ты мне улыбнулась, и было лицо прекрасным. Неважно, ты говорила или молчала. Знаешь, я вырос душой. Я в рифмы не помещаюсь. Сорви их с меня, и кровь забурлит по венам. Мне кажется, я чертовски не ошибаюсь, тебя называя в шутку своей вселенной. Меня очень часто спрашивают, как мне удается быть всегда такой веселой, жизнерадостной? Все просто. Я безумно верю в любовь. Нет такого слова, чтобы передать мою веру в это чувство. Мне говорят, нету такой любви. Мне говорят, как все, так и ты живи. Больно многого хочешь, нету людей таких. Зря ты только морочишь и себя, и других. Говорят, зря не спишь, зря не ешь и не спишь. Все равно ведь уступишь. Так уж лучше сейчас уступи. А она есть. Есть.
есть. А она здесь. 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 В сердце моем теплом живет птенцом. В жилах моих жгучим течет свинцом. Это она, светом в моих глазах. Это она, солью в моих слезах. Зрение, слух мой, грозная сила моя. Солнце мое, горы мои, моря. Ведь если ее не будет, не будет меня. А мне говорят, нету такой любви. Мне говорят, как все, так и ты живи. А я никому души не дам потушить. А я живу, как все, когда-нибудь будут жить. Спасибо вам большое, мой дорогой Екатеринбург, мои дорогие слушатели. К сожалению, этот теплый, прекрасный, великолепный вечер подошел к своему финалу. Мне очень грустно осознавать, и этот момент мне всегда дается очень трудно. Я вас всех очень люблю, и еще раз хочу поблагодарить за вашу поддержку и любовь. За то, что в такой сложный момент вы не побоялись прийти сегодня и поприсутствовать на этом вечере. Я надеюсь, что вам все понравилось. Спасибо вам большое. Большое спасибо прекрасному Александру Лосеву. Большое спасибо Лаше Чургуле, потому что это все его рук дело. Анна Егоян. Друзья, спасибо большое. Низкий поклон, Екатеринбург. И, знаете, у нас есть время для одного еще произведения. Я понимаю, что оно не вошло в программу, но я вижу немало мужчин в зале, которые с удовольствием услышат вновь очень известное, прочитанное вами произведение. Мужчинам непросто. Так, можно сначала, я бы хотела свет в зале, если есть такая возможность, увидеть своих дорогих слушателей. Так. Угу. А теперь я очень попрошу мужчин поднять руки. Это такой ритуал всегда на моих вечерах. Я сверяю статистику просто. Угу, угу. Да, все, вижу. Хорошо. Я уже не раз говорила, но на моих вечерах все больше и больше становится мужчин. Что бы это могло значить? Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. И можешь кидать в меня кучи камней. Ты принца рисуешь высокого роста, чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина он должен, а дальше по списку. За нас написали уже в соцсетях. Букеты из роз с романтичной запиской. Айфон, кстати, новый вот, вышел на днях. А
от них в 25 ждут огромных успехов. Машины, квартиры и где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи. Своим ли он нажил все это трудом? Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. Им плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя, чего нам, девушкам, можно. Нет, я в восхищении. Мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарит в карманах, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Поэтому им не хотелось жениться. Пусть дело идет уже к 30. Телами успели уже насладиться, но что-то за гранью никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, а умным еще и труднее в 100 крат. Им мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальных хотят. Есть притча о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Ну что же вы, не нашли идеал, перед смертью спросили? Нашел. И что же, она отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Она принца искала высокого роста, чтоб молод, богат был. Ну, в общем, мечта. Берегите своих мужчин. Спасибо большое, друзья. На этом все. Анна Егоян, Александр Лосев. Спасибо большое. Цветы. К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией, да, мы фотосессию не будем сегодня проводить, чтобы соблюсти меры безопасности. Спасибо большое, друзья, еще раз. Цветы, если есть в зале, да, можно. Анна. Еще. До новых встреч, Екатеринбург. Спасибо.